Last night we started our discussion of how to make our tantra practice uh, effective or more effective. Uh, вчера вечером мы начали обсуждать, каким образом сделать практику или более And we saw that uh, the uh, most fundamental thing to start with is to uh, understand what tantra is. И uh, мы выяснили, что самое главное, с чего нам важно начать, это с понимания того, что такое тантра. How does it work? И каковы ключевые моменты практики тантры, как она работает. Мы рассмотрели, что тантра означает вечный поток или вечная непрерывность. and uh, on a basis level that's referring to all our buddha nature factors which are uh, uh, innate features of our mental continuum i na urovni osnovy etot eto tantra eto nashi faktory prirody buddy kotorye yavlyayutsya neot'yemlemyy kharakteristikoy nashego potoka uma innate means that uh, it arises uh, uh, they arise simultaneously with each moment of our И когда мы говорим, что это неотъемлемые качества, мы под словом неотъемлемые имеем в виду, что они возникают одновременно с каждым моментом нашего потока сознания или ума. моментом нашего потока сознания или ума. То uh, есть uh, мы можем также сказать, что, оно означает что они возникают одновременно с каждым моментом uh, потока нашего ума. And the level is when all these which on forever. И uh, уровень плода это такое состояние, когда все эти факторы природы будды работают полноценно на 100%. процентов. Uh, то есть uh, это просветленное состояние будды и оно точно так же длится uh, вечно. beginning. No end. Итак, у нас есть наши основополагающие факторы природы Будды на уровне основы. Они присутствуют в потоке нашего ума без начала и без конца. They have no they can come to an end. Но они омрачены, uh, присутствуют омрачения, из-за которых... Uh, эти факторы не работают полноценно, но хотя у этих омрачений нет начала, они могут быть остановлены, у них может быть конец. Because, uh, these, uh,

Uh, то эти uh, омрачающие факторы никогда вновь уже не появятся. И тогда эти факторы природы Будды не будут ограничены, они будут работать на своем максимальном уровне, и это будет продолжаться вечно. It's very important to uh, uh, be quite uh, convinced of these Buddha nature factors in order to practice Tantra effectively. <laughs> because uh, without uh, this uh, conviction, then uh, it's very easy to fall sometimes into low self esteem. Если у нас такой уверенности нет, то нам будет uh, очень uh, просто, uh, например, uh, иметь низкую самооценку. We think that, uh, we can't really anything, мы думаем, мы вряд ли сможем чего-то добиться. That I'm not good enough, etc. Я недостаточно хорош и так далее. On the other hand, if we go to the с другой стороны In order to, you know, be a Buddha, если мы вдаемся в другую крайность и думаем что мы уже всего достигли мы уже будды и нам ничего не нужно делать для того чтобы достичь состояния будды Then we мы переоцениваем себя, переоцениваем uh, свои факторы природы Будды, и так как пока еще мы просветления не достигли, мы совершаем множество ошибок. Being with false pride. И uh, нас переполняет высокомерие, uh, ложная гордость. Now we uh, uh, also have the uh, uh, pathway tantra. We spoke about the basis, the result. Now we also have the path. We uh, и и uh, and And uh, this uh, pathway, uh, Tantra, is uh, practiced with these Buddha figures. These Buddha figures aren't something that, uh, uh, need, you know, start as babies, you know, have to be conceived and start as babies and grow. They're something which uh, remains always available forever. So in that sense, и uh, тантра пути это практики, в которых мы, э, в которых задействованы тантрические образы или медитативные образы Буд, э, и они не нуждаются в зачатии, они не Uh, растут, uh, они не стареют, и поэтому они все время находятся в одном и том же состоянии, и их можно использовать для практики в любое время. В этом смысле они тоже являются вечными или являются тантрой. Practice, uh, entails, uh, ourselves, ourselves into these, uh, figures. И, как мы видели, практика тантры подразумевает сначала визуализацию, мы представляем себе эти медитативные образы будут, а потом мы самих себя в них преобразуем или трансформируем. And at the same time, starting with imagination, we imagine that uh, we have the mind of a Buddha, so all the understanding, the love, compassion, etc. of a Buddha. И мы начинаем, работая с воображением, мы представляем, что у нас есть уже все эти качества ум Будды, любовь, сострадание и все остальные качества Будды. With мы представляем, что обладаем речью Будды, uh, у нас есть практика мантр. Uh, в uh, этой практике мы представляем, что мы uh, общаемся или коммуницируем с другими наилучшим способом. Мы uh, you know, uh, so представляем, что наши действия... Uh, bring the of all and in order to uh, um, work with these uh, Buddha figures, which uh, have many arms and faces, so they help us to keep in mind all the things that they represent, all the qualities of Buddha. In order to work with that, we need to uh, understand The reality of what's going on. И для того, чтобы работать с этими образами буд, у которых есть много лиц, uh, рук, ног, каждый из этих аспектов представляет собой uh, определенное качество или постижение, которое мы также развиваем в этой практике. И для того, чтобы работать с этими образами, нам важно иметь некоторое понимание реальности. Uh, which, uh, entails, uh, lot, <laughs> И это включает в себя довольно многое. When we talk about me, person, self, когда мы говорим о себе, me, everybody's me, individual me, is something which is labelled on what's known as our aggregate factor. So the body, mind, all, you know, speech, emotions, everything that's going on in each moment. Uh, мы uh, обозначаем uh, словом «я», каждый из нас, uh, так называемые пять совокупностей. Uh, сюда включаются наше тело, речь, эмоции и так далее. Mm. And uh, so uh, in terms of all these factors which are changing at different rates every moment of uh, our uh, continuum, lifetime after lifetime, there's a way to

И это слово «я» или концепция «я» относится к чему-то, что существует, а именно к обусловленному «я». Even though there's no solid, findable me with a big line around it sitting somewhere in my head, talking, you know, the voice in my head and manipulating, controlling what's happening or just observing it. Uh, несмотря на то, что у нас нет uh, прочного я, которое сидело бы где-то внутри нас, обведенное сплошной uh, чертой, а такое маленькое я, которое там разговаривает или uh, нажимает на кнопки и uh, мы соответственно что-то делаем, когда оно там нами управляет. So we do exist, there is a me, but uh, that's the conventional me. But what doesn't exist is the false me. False me being what would, you know, what a word tends to.

Как будто бы она упакована в пластиковую упаковку, изолирована от всего остального. Never Никогда не изменяется. Такая прочная, целостная монада. Anyway, these changing factors of our experience. И uh, это ложное «я», если же говорить об uh, обусловленном или относительном «я», то uh, этим понятием мы обозначаем постоянно изменяющиеся uh, совокупности. So, among those changing factors of our experience in every moment, we have these Buddha nature features, don't we? И среди этих совокупностей, которые изменяются от момента к моменту,

and uh, some network of deep awareness the way that the mind actually works and knows things by taking in information and putting things together etc our system of and we have some sort of body some sort of appearance energy is going out there's some sort of communicative ability there is you know, all the mental faculties, you know, of understanding, knowing, feeling different uh, levels of happiness, unhappiness, emotions, etc. <coughs> Positive emotions here we're talking about in terms of Buddha nature factors, love, compassion, warmth. У есть то есть энергия, которую можем У нас есть ум, который обладает различными качествами, и uh, также он обладает с одной стороны пониманием, uh, знанием uh, и также некоторым уровнем счастья или несчастья и uh, чувствами. Причем uh, под чувствами здесь имеется в виду именно положительные, uh, поскольку мы говорим о факторах природы Будды, таких как любовь, сострадание, теплота. And in terms of body, uh, the appearance that we have. or you know, ordinary form that's something which arises from these karmic potentials and so you know our mental continuum will operate in some sort of physical body one lifetime or another you know different level of uh, physical bodies and that will be the appearance that uh, we will have you will not see поскольку у нас вызревают те или иные кармические потенциалы, и uh, именно от них зависит в нашей карме, зависит, какой тип тела мы будем иметь впоследствии. Okay, now, an ordinary samsaric appearance, an appearance as, you know, a human being, or a dog, or a ghost, or, you know, cockroach, whatever, uh, that is going to be generated by these obscuring factors.

То есть в каждый момент времени, в каждый момент времени у нас присутствуют не только эти факторы природы будды, но и неосознавание, беспокоящие эмоции, различные кармические импульсы и так далее. Положительные и отрицательные кармические потенциалы, все они в каждый момент времени у нас присутствуют. So in each moment. Я, äh, понятием ⁇ я ⁇ мы обозначаем äh, все это в каждый момент времени. То есть, когда мы говорим ⁇ я ⁇ мы имеем в виду обусловленное или относительное ⁇ я äh, ⁇ которым мы обозначаем все эти различные факторы нашего переживания, которые мы от момента к моменту испытываем, в том числе и факторы природы Будды, но и также эти омраченные факторы. Или омрачающие факторы. because of these obscuring factors, the unawareness and the disturbing emotions, that is going to cause, we have these uh, networks of positive and networks of negative potential, it's going to cause them to give rise you know some some uh, potential in there to give rise to a samsaric body from the positive uh, network of positive force one of the better rebirth states from the negative one one of the worst rebirth states и эти омрачающие факторы они вынуждают нас рождаться с тем или У нас uh, сильнее положительные потенциалы, то мы перерождаемся uh, в благоприятных рождениях, но если у нас сильнее отрицательные потенциалы, то um, мы получаем неблагоприятные рождения. On and on and on and on. И это продолжается все дальше и дальше. And that и наши uh, limited in our ability to, in our understanding of things we're limited in our um, love for others maybe it's only centered on ourselves or only to a few people all these limitations у нас есть многочисленные ограничения и наша любовь и наше сострадание это ограничено возможно например наша любовь направлена только на нас самих или на ограниченное количество других людей и из жизни в жизнь эти ограничения себя воспроизводит. Все. So, what are we doing with the tantra practice in terms of uh, imagining ourselves as a Buddha figure or eventually generating ourselves as a Buddha figure? Uh, зачем в практике тантры мы представляем себя? Uh, себя, концов, uh, в, uh, виде, uh, we understand, this is very important in order to make the Tantra practice effective, we understand that these obscuring factors can be removed. They don't have a um, firm basis in the sense that they are not based on reality, they're based on ignorance which can be refuted and therefore eliminated. Поскольку все эти омрачающие факторы не основаны на реальности, в том числе наше неведение, они могут быть убраны, и таких, таким образом мы можем от них избавиться. Если мы не знаем, как существуют явления, мы можем заменить это знанием того, как они существуют. Если наше знание неправильное, мы можем заменить его правильным знанием. And although that elimination, that stopping of these obscuring factors hasn't occurred yet, we understand that it can occur. Now, if it, when it occurs, when that stopping of these obscuring factors occurs, and when the of these factors, then that network of uh, positive potential, together with correct understanding, will give rise instead of to you know uh, the type of rebirth body and so on appearance of uh, one of the better rebirths, but a samsaric rebirth. Instead of that, it will give rise to an appearance of the enlightening body of a Buddha. Система положительной силы вместе с пониманием э, породит не сансарное, ограниченное э, тело и ограниченную внешность или видимость, а вместо этого э, породит просветленную э, видимость Будды. Mm. So, but that has not yet Но пока еще этого не произошло. But it can Но это может произойти. So, if we think in terms of our mental continuum. И если мы рассмотрим это с точки зрения нашего потока ума, возможно, что в будущем в какой-то момент все эти омрачающие факторы будут убраны, то есть произойдет их прекращение, и then all the potentials of these buddha nature factors will be functioning at their fullest level giving rise to body speech mind etc of a buddha the buddha that we will become individual buddha that we will become все факторы нашей природы будды смогут функционировать на 100% есть ум речь тело будды то этих систем появится тело, речь и ум Будды, причем uh, мы имеем в виду, что именно лично мы станем Буддой. И хотя этого еще не произошло, есть, как еще не произошло, у нас есть uh, видимость uh, того, что uh, мы являемся Буддой, то есть uh, этот образ, uh, но uh, пока еще мы Буддой не стали. And all these not yet то есть uh, тело, речь, Even not right now. тело, речь и ум Будды, которые uh, пока еще не произошли, которые пока еще не существуют, но они могут быть достоверно познаны, потому что, несмотря на то, что сейчас они не существуют, они могут появиться впоследствии. And the me can be on that as well. И наше обусловленное я может быть обозначено на основе этих, соответственно, тела речи ума, Будды. Мы думаем момент к моменту When we were a baby, now as a, an adult, when we will be an old person if we live that long, all of that, you know, on that whole continuum, we can label me, even though the me is changing from moment to moment. It's still me. Uh, we uh -huh. обозначаем весь поток нашего ума момент за моментом, uh, включая и, uh, то время, когда мы были ребенком и... Когда мы взрослые, и если мы достаточно долго проживем, когда мы достигнем преклонного возраста, хотя наше это я изменяется от момента к моменту, мы по-прежнему обозначаем все это как я. So that uh, not yet happened. Buddhist state that we will achieve, that also will be me. И это состояние. Me can be labeled on that validly. Это состояние Будды, которое еще не случилось, но которое мы стремимся достичь, оно точно так же может быть достоверно обозначено как «я». So now all that we can do is represent this enlightened state that uh, we can attain with something similar to it, and that would be something in our imagination. И сейчас мы можем представить uh, это состояние, которое мы пока еще не достигли, uh, в виде какого-то образа в нашем воображении. And we can label me on this imagined, not yet happened, enlightened state of ours. И мы можем обозначить этот образ в нашем воображении uh, как я, uh, и он будет символизировать наше еще не случившееся просветление. But in order to be able to do that in a uh, um, rational, valid type of way, it's necessary to proceed this, uh, um, what should we say, this visualization, visualization is imagination, uh, to proceed it with an understanding of voidness, which is also part of Buddha nature. Очень важно, чтобы uh, этой визуализации, этому воображаемому образу uh, предшествовало понимание пустотности, которая также является одним из факторов природы Будды. Remember, With all our disturbing emotions. Uh, наше неведение это то что создает это довольно сложный процесс но если упростить то uh, именно из него появляются uh, наша обыденная ограниченная uh, видимость или внешность наш ограниченный ум наша речь But none of this

In terms of this encapsulated me in plastic. И понимание пустотности означает, что uh, мы осознаем вот uh, этого вот независимого я в пластиковой упаковке uh, нет, то есть uh, эта видимость uh, или кажемость того, что это я существует, на самом деле не соответствует действительности. And this Uh, вот это uh, видимость uh, «я» в пластиковой упаковке, и вот uh, такой вот «я». Я могу посмотреть на себя в зеркало, вот uh, это «я». И с uh, пониманием пустотности uh, мы осознаем, что uh, такой вещи на самом деле не существует. То есть мы полностью очищаем это неправильное понимание. И с пониманием пустотности мы осознаем, что For benefiting others, will cause the network И если у нас есть это правильное понимание, тогда на основании сострадания наша система положительной силы произойдет чистую видимость Сострадание, То есть мы хотим помогать другим, и наша система производит чистую видимость. And on the basis of that. This more pure appearance, maintaining the understanding of voidness, that doesn't exist in any sort of impossible way. That's not encapsulated in plastic either. И при этом мы, представляя, создавая эту чистую видимость, поддерживаем это понимание пустотности. То есть мы понимаем, что эта видимость также не существует подобно изолированной в пластиковой упаковке. We hold what's called the pride of the deity. So we label me on the basis of that. Мы удерживаем то, что называется гордостью божества. Это означает, что мы обозначаем вот это этот образ как я. So that me is labeled now on the not yet happening, enlightening body, speech, mind, etc. that I can attain on the basis of these Buddha nature factors. Uh, то есть мы обозначаем я на основе наших Uh, просветленных тела, речи и ума, которые мы пока еще не достигли, но которые можем uh, достичь, поскольку у нас есть факторы природы Будды. И я представляю это в своем воображении. И я представляю это в своем и эта практика выступит в качестве причины для достижения этого состояния значительно быстрее, поскольку она параллельно, она соответствует, она подобна этому состоянию. So long as I maintain the understanding of voidness and the motivation, you know, compassion, love, и uh, это будет так, она будет причиной достижения этого состояния, если я поддерживаю понимание пустотности, сострадания, uh, uh, любовь, то есть uh, у меня есть правильная мотивация. И бодхичитта. И focused on that not yet attained, not yet happening state of enlightenment of mind, individual one, so it's focused on that, so now I'm visualizing something that represents it, so I'm focused on it. Бадхичита, когда мы сосредотачиваемся на этом пока еще не случившемся просветлении, мы знаем, что она еще не случилось, и мы на нем сосредотачиваемся. And the motivation, love, compassion, and the intention to help everybody as much as possible when that not yet happened state is replaced by a presently happening state of Buddha. И uh, наша мотивация это любовь, сострадание, желание помочь другим, когда мы действительно достигнем uh, этого состояния, когда это на смену этого еще не случившегося uh, состояния Будды придет uh, на самом деле случившегося случившееся. State of a Buddha. I understand that it's not happening yet, so we don't have this, uh, um, what should we say, overinflated sense of a me that now I'm a Buddha. We know that it's not yet happening. мы знаем, что на самом деле мы этого состояния пока еще не достигли, то, то есть у нас uh, нет этого uh, раздутого «я», uh, мы не думаем, вот я уже действительно на самом деле достиг состояния Будды. factors, and increase the intensity Of the positive factors, the Buddha nature factors. И что нам нужно сделать? Нам нужно. Evolve, нам нужно избавиться от этих препятствующих факторов. Дословно этот термин переводится как очищение. Нам нужно их очистить. И с другой стороны, нам нужно развить наши положительные факторы природы Будды, именно те из них, которые можно развить, так называемые развивающиеся факторы.

And all of that's going on moment to moment. что есть э, омрачающие факторы, которые ограничивают факторы природы Будды, и все это длится от момента к моменту. In some way. Мы понимаем пустотность, осознаем, что все это не существует невозможными способами в пластиковой упаковке, независимо от всего остального. you know, if we get rid of these obscuring factors, such that they never arise again, then all these positive uh, buddha nature factors will give rise to this enlightening state of a buddha. but now it's not yet happening. от всех этих омрачающих факторов, то наши факторы природы Будды создадут, из них появится состояние Будды, но пока еще этого не произошло. State, и мы знаем, что мы можем обозначить это пока еще не случившееся просветление, как «я». Мы можем обозначить наклеить на него ярлык я uh, и мы стремимся к этому состоянию обладая бодхичитой. But although I'm labeling validly me on this not yet happening state represented by you know my visualization, I understand fully well that's not yet happening, so I don't you know pretend that you know now I really am a Buddha. Yeah. Uh, Otherwise we'd be crazy if we thought that. И когда я представляю себя в таким образом и я обозначаю себя как я обозначаю на основе этого еще не случившегося состояния свое я тем не менее я понимаю что пока еще мы состояние Будды не достигли то есть мы не претендуем что мы уже Будды в обратном случае это было бы сумасшествием и мы понимаем, что для того, чтобы достичь этого состояния, нам нужно не просто визуализировать этот образ и uh, обозначать его как я. Этого недостаточно. Weaken, purify is the word, purify and eventually get rid of these obscuring side and build up the positive side. нужно с другой стороны развить, um, right? being able to do that. If we do that, it will enable us to stay focused continuously forever on voidness and to have compassion pure compassion aimed at everybody continuously now because of this obscuring side it's limiting that we can't do that we can't maintain these things you know unbroken in an unbroken fashion we get tired we get distracted etc обладать пониманием пустотности непрерывно, и чтобы наше сострадание не было ничем ограничено и распространялось на всех существ без исключения. Но сейчас мы находимся в состоянии, когда эти факторы ограничены. Мы не можем поддерживать их все время. Мы устаем, мы отвлекаемся. Therefore, in order to make our Preliminary or preparation—the word can be translated both way, both ways. И поэтому для того, чтобы заниматься тантрической практикой наиболее эффективно, мы сначала делаем предварительные практики, или мы можем перевести то же самое слово как подготовительные практики. And so, we have various practices that uh, we do to start with before we really engage in tantra practice, or we could start it while we're doing it you know, in the beginning uh, stage, but we have these practices known in Tibetan as ngundro, which is the Tibetan word for preliminary or preparation practices, to help us to at least start purifying or diminishing the negative factors and building up the positive ones. И мы выполняем эти предварительные практики до начала тантрической практики или мы можем делать их одновременно. Тибетское слово нёндра для этих предварительных практик, оно как раз означает предварительные или подготовительные практики. И их смысл в том, чтобы мы приступили к этому процессу очищения этих неблагоприятных, омрачающих факторов и развития положительных. So, there are many different, uh... Nyingdrö uh, practices. There's not uh, uh, only one. You know, in different uh, Tibetan traditions, there'll be different ones that we do. And even within one tradition, your own spiritual teacher may advise you to do something different from what uh, he or she advises the other students to do. To be quite individually uh, prescribed. различны в разных традициях. Эти практики И более того, даже в рамках одной традиции, например, ваш учитель может вам порекомендовать делать какие-то uh, отличные от uh, традиционных практики, то есть uh, это может быть uh, решено в индивидуальном порядке. But in each Uh, но в больш во всех традициях есть uh, в большинстве традиций есть стандартный uh, набор этих предварительных практик, которые uh, мы делаем, uh, если, конечно, учитель не сказал нам делать какие-то другие. And this usually involves in almost all of them uh, uh, reaffirming refuge, the safe direction you're taking in life, bodhicitta, doing so that as a basis, so our, our motivation. И в всех них есть подтверждение нашего надежного направления в жизни, то есть прибежище, Есть подтверждение бытия и это основа этих практик. And, uh, for these things, we have we have Для очищения отрицательных факторов uh, есть практика ваджрасатвы и простирания. Для построения позитивной силы мы имеем мандала,

И не вдаваясь в подробности во все эти практики, uh, скажу, что для того, чтобы подготовиться к основной части, uh, мы выполняем их в разных традициях или 100 тысяч, или 130 тысяч, или 108 тысяч uh, раз, uh, неважно сколько именно, смысл в том, что каждую из этих практик мы повторяем много раз. In some traditions, you don't even count. You just do it until uh, uh, you get some sort of indications that it's effective. Традиции... Uh, because it's very easy to get uh, really caught up in counting and uh, lose your focus on the actual state of mind that you're trying to generate. You're just building up numbers. И в некоторых традициях вообще эти uh, количества раз не считают, просто uh, человек выполняет практики до появления определенных знаков. И действительно, если мы очень сильно увлекаемся счетом во время этих практик, мы можем uh, не обращать внимания на сам смысл практик. Of course, there are very short ones that abbreviate things and leave things out, but the abbreviated ones are just the structure that you're supposed to fill in or, into it all the details of the long one, the full practices. And all the full practices have, as the first part of it, all these mudra practices again. So you do a little bit of that every single day. И важно не считать, что мы сделали ниндр и все больше к ним никогда не возвращаемся, потому что в каждой садхане э, на самом деле эти практики присутствуют. Да, есть сильно сокращенные садханы, но они представляют собой структуру, на, в которую мы, по идее, должны включать э, все, что есть и в длинных садханах, а в длинных садханах э, все эти предварительные практики есть, поэтому получается, что мы э, их делаем каждый день. So. if we don't understand all of this then we might ignore these preliminary practices these preparation practices моментов, and without them our tantra practice will not be very effective because we haven't really you know uh, worked on Overcoming, or at least trying to diminish at first, and eventually overcoming these obscuring factors, these troublemakers that are going to cause our practice to be disturbed. You know, we can't focus. We are doing this for a wrong motivation, you know, etc. Becomes a big ego trip. Ah, подготовительных не можем правильно заниматься основной практики потому что подготовительные практики позволяют нам очистить эти омрачающие факторы и если мы этого не сделали то нам будет очень трудно потому что у нас будут возникать различные отвлечения у нас будут проблемы с мотивацией мы будем попадать в различные ловушки нашего эго And if we don't In the army. И если у нас нет uh, правильного понимания смысла этих uh, предварительных практик, uh, то они просто будут таким пустым повторением, например, простирание превратятся в нечто вроде отжиманий, которые делают в армии. we uh, could easily you know, practice them just with the attitude that this is some nasty tax that i have to pay in order to be able to get to the good stuff and so our heart really isn't in into it and we don't really understand the necessity of this and how it uh, could how it would function if we're doing it correctly И мы можем заниматься этими практиками, думая, что это просто некий такой налог, который нам нужно заплатить перед основной частью практики, что вот это такой довольно противный налог, который мы вынуждены заплатить. Но если у нас нет понимания, зачем на самом деле эти практики нужны, очень трудно выполнять их искренне, и в этом случае они свои функции не выполнят. So. Absolutely critical for our practice to be effective is understanding. Understanding what we're doing and why we're doing it. Итак, того, успешной, понимать, and if we're doing you know, these various practices, then we need certain tools to be able to do them effectively. For example, the ability to concentrate. You can't concentrate, then our mind is going to wander all over the place while we're trying to do these practices. So, even before these practices, we need to prepare, build up some of the tools that we're going to need to do these preliminary practices. с определенными инструментами. Например, мы должны уметь сосредотачиваться, потому что если наше сосредоточение слабое, наш ум будет все время блуждать во время практики, то есть нам нужно уже, когда мы начинаем ими заниматься, иметь определенные развитые качества или инструменты. Это Working on them with the tantra practice, we need to have some familiarity, some sort of uh, progress in building up these tools before we use them in tantra practice. И мы не говорим о том, что uh, важно иметь уже совершенство в этих практиках.

Well, if we haven't worked beforehand, you know, in all the steps to sincerely develop that motivation, just repeating this verse, you know, isn't going to generate that, uh, that state of mind. You have to be able to generate that state of mind based on previous practice in order to be able to bring it to our focus when we're reciting this verse. Например, мы можем повторять э, строфу, которая состоит, например, из четырех ст строк, или в разных традициях она может быть разной длины, э, строфу развития бадхичиты, и нам нужно повторить ее сто тысяч раз, но если у нас нету этой мотивации бодхичиты, если мы ее не развили до этого, проходя через определенные этапы развития бодхичиты, то просто повторение сто тысяч раз этой строфы нас, если мы повторим эту строфу сто тысяч раз, у нас эта бодхичита сама собой не разовьется. То есть нам сначала нужно иметь эту правильную мотивацию, обладать бодхичитой, и потом уже мы на ней во время начитки будем сосредоточиться. And we are, uh, I mean, another question that comes up, a very interesting question is um, Am I really going to look like one of these figures with all these arms and legs and faces and colors and holding all these strange things when I become enlightened? Is that what it means to be a Buddha? That I look like that? Когда мы станем Буддами, действительно ли мы будем выглядеть вот таким вот образом, как эти uh, божества, медитативные образы с множеством рук, лиц, ног разноцветные? Вот, uh, когда мы говорим о том, что мы хотим достичь состояния Будды, мы имеем в виду вот это? И если мы думаем, что вот uh, так мы и будем выглядеть, когда достигнем состояния Будды, uh, то мы будем, может быть, uh, не столь искренне uh, и не столь усердны, когда будем представлять себя в виде того или иного образа. Because uh,

и это все довольно неоднозначно одни божества держат в руках одни атрибуты другие другие и в чем вообще смысл всего этого so, again, вот uh, такое отношение к практике будет uh, эффективность подрывать вот такой отношение к практике будет эффективность подрывать Let's say 24 arms or 16 legs or like that. We can appear in any form that's going to be useful or helpful to others. может проявляться в любой форме, не обязательно у него 24 руки или 16 ног. Достигнув состояния Будды, мы сможем проявляться так, как это нужно другим, для того, чтобы помочь им наилучшим образом. Buddha, hand, hand, И определенно Будде не нужно держать в одной руке колесо, в другой вазу, в третий цветок. So... These figures are a method, a method to reach uh, enlightenment. Remember the word yidam, it's something to make a close bond for with my mind, and the connotation of the Sanskrit word, in order to attain the wished for goal. <speaking in Hebrew> достичь нашей цели, то есть санскритское слово тибетское будет идам, а если посмотреть на коннотацию санскритского слова, оно означает божество, которое позволит нам достичь нашей цели. То есть мы создаем близкую связь между нашим умом и целью. So, this is a structure, these uh, figures with all the arms and the things that they're holding and so on, uh, as a representation, to represent various qualities, various under, you know, positive qualities, various realizations, various understandings, various parts of the path, to weave them all together to help us to be mindful of all of this simultaneously. Yeah. Mindfulness means mental glue, to hold it in your attention all at once. И помните значение слова тандра, ткацкий станок. У нас есть станок, на котором натянуты нити, и мы вплетаем в эти нити другие нити для того, чтобы сшить одежду. Точно так же и все эти образы, руки, ноги, все эти атрибуты. Они представляют собой символы э, для разных э, постижений качеств, этапов пути и наша цель научиться удерживать э, одновременно все эти качества, чтобы их одновременно практиковать. То есть э, э, есть то, что называется пометование, э, которое подобно умственному клею, и это наша способность удерживать в уме э, одновременно в данном случае множество этих качеств. And it's very hard to... maintain our mindfulness on many things simultaneously just in an abstract way if we represent them graphically it's easier but what about all these details you know with the wheels and the flowers and the jewelry and all of that? Is there a point to it. Uh the attribute of them? And you know the tantra practices are not just visualizing myself in one form. It's bad enough that it has all these arms and legs and faces, but we're in a building, the mandala palace, and there are many, many figures in it, both inside and outside, and all these figures. Also, have many arms and some of them legs, different you know, legs, and they're holding different things. And we're trying to imagine all of that. И более того, мы не только себя визуализируем в образе того или иного божества, мы находимся в мандале, в здании, внутри которого есть также другие фигуры или другие образы. За пределами этого здания есть другие божества, и у них точно так же может быть много рук, и в некоторых случаях может быть много ног, у них тоже в руках различные атрибуты. And color practice. For example, the mandala has 722 figures in it, and they're all holding different things. Например, в практике калачакры. They Например, в практике калачакры мы представляем мандалу, состоящую из 722 божеств, и все они держат разные атрибуты и по-разному выглядят. and then we start to think well what does it matter that you know, this one figure over there in the obscure corner there in a group of 30 is holding this and not that in, uh, in its four hands we go come on you know what's the point of this this is ridiculous yeah. that sabotage is our practice и мы можем начать думать, а какой вообще в этом смысл, что вот та, а, то божество где-то в дальнем углу мандалы, окруженное еще 30 божествами, оно там в своих четырех руках держит вот именно это, а не что-то другое. Зачем это вообще нужно? И такое мышление будет подрывать нашу практику. So, what is the point? The point is that we want to practice now, build up the causes for becoming a Buddha. Uh, в чем же смысл? В том, что мы сейчас стремимся создать причины для достижения состояния Будды. Ум Будды uh, всеведущ, то есть Будда осознает все явления одновременно. И? And... Especially a Buddha is aware of all limited beings, you know of everybody and all their problems and their past lives, and what would be the best way of teaching all of them. So the mind of a Buddha is expanded fully. and holds all this information simultaneously and interweaves all of it. Buddha каким образом, лучшим образом помочь всем этим существам. Uh, и его ум uh, удерживает всю эту информацию, uh, она uh, там uh, интегрирована, переплетается, uh, и то есть он удерживает все это одновременно. Not that the mind of a Buddha inter, you know, uh, integrates and interweaves all of it. All of that is interwoven. So a mind of a Buddha sees all of this. Everything is related, interrelated. То есть ум Будды uh, не uh, создает что-то с uh, всей этой информацией, он не сплетает ее воедино, на самом деле все это уже взаимосвязано, uh, Будда просто осознает это. So, how can we train ourselves to be able to um, have all of this, what should we say? How can we train ourselves to open our mind to be aware of more and more and more things, more details simultaneously. So these very, very complex visualizations are a method to train our minds to be able to do that. И каким образом нам практиковать, uh, упражняться для того, чтобы наш ум обрел эту способность сосредотачиваться на множестве uh, явлений одновременно? Вот эти практики как раз и представляют собой такой метод. So, how does our mind work? Как наш ум работает. Well, we can understand things in an image, with images, we can understand things with words, we can understand things with facts. We can understand things with feelings, emotions. Uh, мы можем понимать явление с помощью образов или с помощью слов, или зная факты или посредством чувств эмоций. And for some people, in our ordinary state, one way of understanding things. may be more, pro, more prominent than others. Some people are much more, you know, visual, pictorial. Other people are much more verbal. Uh, образах, you know, some people can learn things much more easily seeing it written. Some people learn it much better hearing it. So we all have different aspects of how... То есть одним людям легче учиться, когда у них наглядная информация, другим проще воспринимать со слуха. Таким образом, разным людям по-разному через разные способы восприятия запоминать, удерживать информацию легче. So we have Buddha nature factors which enable us to do all of this. So we want to develop.

by visualizing all these pictorial details it helps us to expand our minds and we're not just doing that because we're also trying to keep in mind what they represent etc various feelings uh, you know like love compassion patience the various levels of understanding etc the actual content of these images as i say is arbitrary in a sense that uh,

имеем определенное понимание, разные уровни понимания. И сами эти образы, различные атрибуты, детали этих изображений, они имеют такое второстепенное, зачастую неоднозначное значения, в том смысле, что да, они могут означать те или иные качества, есть определенные условности, что этот атрибут означает то качество и так далее, но на самом деле есть множество разных вариаций именно того, что там то или иное божество держит там, в разных руках. Larger and larger, more complexes. The point is to train the mind to keep all these details simultaneously with equal concentration on all of them. And there are details of how you do that, how you train yourself uh, to do that. And it doesn't matter that what these images are seem to be arbitrary because it could be changed into another system. That doesn't matter. That's not the point. And the point is. Not to be able to visualize flowers and vases and, and wheels and stuff. That's not the point either. It's just a method to train the mind. И есть разные системы, более и менее сложные. Вначале мы, соответственно, начинаем с более простых образов. И наша цель в конечном счете научиться визуализировать все более и более сложные образы, сосредотачиваясь на всех этих подробностях одновременно в равной степени. И не имеет большого значения, что есть многочисленные вариации этих божеств, этих образов. Самое главное ⁇ это научиться удерживать эти различные переживания, постижения и чувства. Uh, то есть наша задача не в том, чтобы научиться хорошо представлять uh, там, цветы или колеса и так далее. And there are conventions that uh, have been established, even though perhaps it was established in Indian, might not uh, be from our culture. But what difference does it make? So a moon represents a sun represents understanding of voidness, a lotus represents well, fine, и все эти соответствия uh, атрибутов и качеств, они пришли к нам из индийской культуры, uh, но на самом деле вряд ли есть какой-то смысл каким-то образом менять эти образы или эти соответствия, например, Луна символизирует Бадхичиту, Солнце – понимание пустотности, лотос – отречения, и, в принципе, большого смысла менять это нет. И почему? Потому что я не люблю это, потому что я не взрослый с этим. Это не достаточно. Нам важно задаться вопросами, почему мы хотим это изменить и каково наше отношение. И на что изменить? Хотим ли мы вместо Луны визуализировать бутылку минеральной воды? То есть нам чем-то Луна не нравится, нам чем-то это не подходит. so, again, to make the tantra practice effective, we need to understand, as i've been explaining this lecture, the basis, the path, and also, i mean, the basis, the result, and also the path. what's going on here? how is it functioning? why is it functioning? why is it like this? И очень важно для того, чтобы практиковать тантру эффективно, uh, знать то, что мы уже рассмотрели, что такое основа, что такое результат или плод, зачем нужен путь, uh, почему нам нужно заниматься uh, этими практиками, то есть почему нам нужно идти по пути, как именно они работают. And in addition, one other, uh, и еще один uh, важный момент среди наших факторов природы Будды есть uh, развивающиеся факторы. Это те, которые могут uh, расти, развиваться, и они могут быть uh, стимулированы к росту. Mm. So That's talking about inspiration. Uh, through inspiration these uh, um, factors can grow. Now inspiration is what I translate as inspiration it's often translated as blessing but that makes things you know too what should we say vague and almost mystical and going off into um, what should we say uh, interpolating, И эти факторы природы Будды могут быть стимулированы к росту благодаря вдохновению. И uh, часто это вдох слово вдохновение переводится как благословение, но мне не нравится этот перевод, потому что создается впечатление чего-то мистического. Это довольно расплывчатое слово. И кроме того, Uh, проблема в том, что это будет переносом понятий из других религий в буддизм. Мы можем быть вдохновлены, то есть эти наши факторы стимулированы uh, к росту. Для у нас есть это способ Термин и uh, в тантрической практике есть то, то, что называют посвящением или инициацией, но это западный способ перевода этого слова. Uh, изначально uh, санскретское слово означает назеление силы. Mm. So, what uh, we are, uh, what is, what is the most important aspect in the empowerment is with a spiritual teacher. This is the main function of a spiritual teacher. The spiritual teacher. In you know a ritual, you know through a ceremony, inspires. And in this uh, through this ceremony, these Buddha nature factors, these potentials get stimulated, more activated. И одна из функций духовного учителя в том, что проводя ритуал, он вдохновляет учеников и их качества. их факторы природы буды uh, стимулируются к росту, они активируются. And uh, the uh, by the way, empowerment is the connotation of the Tibetan term. The Sanskrit term is uh, uh, sprinkling seeds. So you sprinkle water on the seeds so that it grows. Uh, да, посвящение uh, как наделение силы это

And the teacher isn't qualified, and so on, it's not going to be effective. That's why it's very important to not just go to any empowerment that anybody is giving, but we have to feel some sort of connection with the teachers. Connection means that we feel inspired by them in a positive way. Для того, чтобы это посвящение было действенным, важно, чтобы у нас была определенная связь с учителем, определенное положительное к нему отношение. То есть мы должны что-то чувствовать во время этого посвящения. Если учитель дает посвящение, но мы ничего не чувствуем, или если посвящение дает неквалифицированный учитель, то мы этого вдохновения не почувствуем. И uh, когда мы говорим об этой кармической связи, положительной кармической связи с учителем, мы как раз и имеем в виду, что uh, мы от uh, этого учителя получаем вдохновение. Uh, то есть uh, важно uh, получать, не просто ходить на каждое посвящение, а uh, получать посвящение именно от такого учителя.

So there is no tantra practice without vows. This is stated very, very clearly in so many texts. Without taking the vows, and you have to consciously take them, not just repeat some words in a language you don't know and have no idea what you're doing. You don't even know that you've been taking vows. That doesn't count. To take a vow, you have to consciously take it. Yeah, для того чтобы получить посвящение важно принять эти обеты. Об этом говорится во множестве текстов. И э, важно не просто повторять э, слова, которые э, про, учитель произносит, и мы повторяем их на незнакомом языке, при этом не знаем, что они означают. Важно принять обеты сознательно. То есть все зависит от того, э, понимаем ли мы, что мы делаем. Э, и если мы э, обеты сознательно не принимаем, то мы и не получаем посвящения. Like, for instance, one of the tantric vows to be mindful, that means to meditate and bring up to mind six times a day the understanding of voidness. Well, if we have no idea what voidness is, how in the world can we do that? Mind you, you don't have to have the most profound understanding of voidness, but some understanding, which means you have to always be working with it, always try to stay mindful of it. И э, нам важно действительно понять, способны ли мы соблюдать эти обеты, потому что некоторые из них соблюдать довольно трудно. Э, например, есть обет э, 6 раз в сутки медитировать на пустотность. И если мы не знаем, что такое пустотность, э, нам, наверное, будет сложно его соблюдать. Для этого нам не обязательно иметь э, уже какое-то очень глубокое понимание пустотности, но э, главное. Степени, постоянно работаем, постоянно and during the empowerment, also it says in the text that we have to have some sort of conscious experience, uh, positive experience, in terms of little bit, you know, the main points in uh, tantra, that plant, you know, so it stimulates the seeds that are there already in our mental continuum and plants some more seeds. И в текстах говорится, что при получении посвящения важно определенное осознательное положительное переживание, то есть как раз когда наши вот эти семена начинают расти в результате вдохновения, и также на посвящение сажаются новые семена. So in some Tibetan traditions we speak in terms of having some sort of conscious experience of Buddha nature. I have Buddha nature.

в традиции гелук мы говорим о том, что э, имеем переживание то или иное э, глубокого осознавания... Э, э, прошу прощения, в традиции гелук мы э, говорим о переживании э, блаженного осознавания и э, также познания пустотности, не обязательно, опять же, какого-то глубокого на том или ином уровне, который у нас есть. And while focusing on that, feel happy. That's enough. we and by And it really comes down to the same thing as focusing on Buddha nature, because feeling of happiness is what comes from the network of positive force, and an understanding of voidness comes from the network of deep awareness. So. и конечно это также основано на природе будды поскольку блаженное осознавание имеет свое начало в системе положительной силы а познание пустотности оно, в свою очередь происходит из системы глубокого осознавания поэтому в принципе это можно сказать разные описания одного и того же материала conscious experience, during the empowerment

Uh, a very good uh, milieu, sort of a package, in you know, which uh, we receive it. So that also can be quite help with being inspired. все различные которые вокруг нас находятся, они создают благоприятное окружение для So without the proper empowerment and proper empowerment, taking it properly, which means feeling inspiration. Making, you know, having these vows, making a commitment of how you're going to practice, and having some sort of conscious experience during that empowerment, our practice is not going to be effective. То uh, есть нам важно получить uh, правильное посвящение и получить его должным образом. То есть uh, важно uh, чувствовать вдохновение, uh, важно, um, So inspiration, inspiration, vows принять uh, обеты, то есть uh, те uh, рамки, в которых мы будем практиковать и обрести то или иное сознательное переживание. So we'll take our break now. Uh, давайте на этом прервемся. Спасибо.